Друзья, приветствую. Меня зовут Александр. Я гитарист, композитор, аранжировщик, педагог. И это видео я записываю для тех, кто только начинает осваивать игру на гитаре. И я знаю, что, как правило, на этом этапе многие сталкиваются с проблемой, каким образом грамотно считывать табулатуру с листа, чтобы красиво исполнять понравившиеся мелодии. Ведь для того, чтобы сыграть музыку, нужно не просто тем или иным пальцем на том или ином ладу ту или иную струну зажать. Необходимо учитывать длительности нот, которые вы играете. Необходимо учитывать позицию, в которой вы находитесь. Необходимо не забывать про аппликатурные моменты касательно левой руки и правой руки. Если вы играете композицию, где 2, 3 или более голосов, нужно учитывать силу щипка, чтобы оттенить ту или иную партию. Нужно все время держать в голове размер произведения, которое вы играете, учитывать ритмический рисунок, гармонию, общую тональность композиции. Необходимо не забывать про паузы, про репризы, про вольты. Необходимо учитывать динамические оттенки, чтобы вовремя их исполнить на гитаре. И множество еще других аспектов существует, такие как триоли и так далее и тому подобное. Учитывая то, что этот шквал информации может свалиться на начинающего гитариста, и у него может возникнуть боязнь, что он никогда не сможет сыграть ту или иную композицию, я записал этот видеокурс для того, чтобы помочь вам разобраться со всеми возникающими сложностями. Этот видеокурс состоит из 5 видеоуроков. Мы вместе с вами берем самую простую композицию и, потихонечку усложняя уровень, поднимаемся к самой трудной композиции на протяжении 5 видеоуроков. 5 видеоуроков, 5 композиций. Мы с вами буквально по косточкам на экране ваших мониторов будем разбирать все произведения, где я буду указывать, на какие аспекты нужно обратить внимание для того, чтобы правильно сыграть ту или иную мелодию. Поэтому рекомендую к прохождению этот видеокурс. Не пожалейте 97 минут вашего времени, заложите фундамент для того, чтобы ускорить путь к совершенству и чтобы вы смогли грамотно и бегло считывать любимые мелодии с табулатур. Вся информация про этот видеокурс находится под этим видео. Приобретайте, занимайтесь, и мы с вами уже увидимся на занятиях этого видеокурса. Приятных репетиций. Пока-пока.